Грузия уже сегодня довольно независима, но экономика развивается и довольно бурно. Но это связано с повышением потребления. Если сравнить сегодняшнее потребление с потреблением 5-летней давности и посмотреть, сколько электроэнергии мы вырабатываем, мы бы могли себя абсолютно обеспечить. Но из-за того, что вот потребление растет и очень быстро, и из-за этого вот там у нас открываются новые станции, но не могут догнать потребление. И поэтому мы все-таки сейчас импортозависимая страна, к тому же у нас есть какие-то проблемы с серьезным партнером, так сказать, самым большим нашим Энгургес, это самая большая электрическая станция в Грузии, 1200 мегаватт. И не только мы пользуемся, но и Абхазия, которая часть Грузии, неконтролируемая часть Грузии, которая оккупирована на данный момент. Электроэнергию из Энгури бесплатно идет в Абхазию. То есть мы обеспечиваем и Абхазию, и Грузию. Но из-за того, что там никто не платит за электроэнергию, ну, невозможно это контролировать, и каждый год все больше и больше электроэнергии идет в Абхазию. Но все-таки мы, конечно, надеемся, что через 4-5 лет, почему 4-5? Потому что сейчас начинается строительство несколько очень больших гидростанций. Суммарная мощность где-то будет, наверное, около 2000 мегаватт. Мы уже будем абсолютно независимы в этом плане. И уже сможем, так сказать, не только обеспечить себя, но и экспортировать. Не только летом, как сегодня, но и сможем экспортировать, например, зимой.